начинает сказка сказываться. Сказка старинная, не короткая, не длинная, о молодильных яблоках и живой воде. В некотором царстве, в некотором государстве жил да был царь. И было у него три сына. Старшего звали Федором, второго Василием, а младшего Иваном. Царь очень устарел и глазами обнищал. И вот призвал он своих сыновей. Сыновья мои милые, слышал я, что за 3-9 земель в 30-м царстве есть сад с молодильными яблоками и колодец с живой водой. Вот, говорят, если съесть мне это яблоко, я помолодею, а вот водой умыть глаза видеть буду. Кто из вас, сынки мои, съездил бы за 3-9 земель в 30-е царство, привез бы молодильных яблок и живой воды кувшинец о 12 рыльц, я бы этому седоку полцарства отказал. Что ты думаешь, старший царевич Федор? Ну что, отец? Я поеду в эту дорожку. Да спасибо, сынок. Отправился Федор царевич в дорожку. Видели, что садился, а не видели, в кою сторону укатился. И доезжает до трех дорог. Лежит на дороге плита, камень. На ней надпись написана. Направо поедешь, себя спасешь. Коня потеряешь, угу. Налево поедешь, коня спасешь, себя потеряешь, угу. Прямо поедешь, женатым будешь. И повернул Федор на ту дорожку, где женатому быть. Ехал, ехал и доезжает до терема под золотой крышей. Тут выбегает прекрасная девица. Царский сын, остановись. Ха, а в чем дело? Я тебя из седла выну. Иди со мной хлеб и соли откушай. Потом отдохнешь, поспишь час-другой. Нет, девица, хлеб и соли я не хочу. А сном мне дороги не скоротать. Мне надо вперед двигаться. Царский сын, не торопись ехать. А почему? Торопись делать, что тебе любо-дорого. Тут прекрасная девица его из седла вынула и в терем повела. Да, да кто знает, а может, это моя судьба. А как хороша! Что задумался, царский сын? Ничего, просто так. Тогда иди, поешь. Девица накормила Федора, напоила и спать на кровать положила. Только задремал Федор, как девица живо кровать повернула, и он полетел в подполье, в яму глубокую. Царь ждет сына старшего, не дождется. Долго ли, коротко ли, зовет он к себе Василия и Ивана. Выходит вперед второй сын, Василий царевич. Батюшка, я поеду в дорожку. Привезу эти вещи, сдам тебе в руки. Ну, иди, иди, сынок. Поехал Василий царевич. Видели, как садился, а не видели, в кою сторону укатился. Вот он доезжает до места, где лежит плита камень.
Направо поедешь, себя спасешь, коня потеряешь. Ага. Налево поедешь, коня спасешь, себя потеряешь. Прямо поедешь, женатым будешь. Женатым будешь. Это неплохо. Поеду-ка я по третьей дороге. Доехал Василий Царевич до терема с золотой крышей. Выбегает к нему прекрасная девица. Заходи, заходи, царский сын, будешь гостем. Некогда мне, прекрасная девица. Отложи все дела и делай то, что тебе любо-дорого. Девица вынула Василия из седла, повела в терем, накормила, напоила и спать уложила. Только Василий Царевич лег, она повернула кровать, и царевич полетел в подполье. Ой, куда это я лечу-то? В яму. Ой, а кто тут? Твой брат Фёдор. Ой, вот братан, попались мы. Здорово, попались. Долго ли, коротко ли, царь зовет всех князей и бояр. Это кто бы выбрался из охотников привезти молодильных яблок и живой воды кувшинец о 12 рылиц? Я бы этому седоку полцарства писал. Выходит вперед Иван-царевич. Зачем же тебе, батюшка, князья да бояре? Дай мне свое благословеннице с буйной головы до резвых ног ехать в 30-е царство, поискать тебе молодильных яблок да живой воды, да поискать еще моих братцев. Ой, благословляю тебя, сын мой! Пошел Иван-царевич в конюший двор выбрать себе коня по разуму. На которого коня не взглянет, тот дрожит. На которого руку положит, тот с ног валится. Не мог выбрать Иван-царевич коня по разуму. Идет, повесил буйну голову. Эхе-хе. Навстречу ему бабушка-задворенка. И дала она ему коня доброго. Стоял тот конь в погребу, закованный на цепи железной. Иван-царевич пнул плиту железную. Свернулась плита с погреба. Вскочил он к коню доброму. Стал ему конь передними лапами на плечи. А вот это конь! Сорвал конь железную цепь, выскочил из погреба и Ивана с собой потащил. Теперь, мой конь дорогой, обуздаю я тебя уздой неузданной, оседлаю сидельцем неезженным, наложу 12 подпруг не ради красы, ради славушки молодецкой. Эх, ну, поехали! Отправился Иван-царевич в путь-дорогу. Видели, что садился, а не видели, в кою сторону укатился. Доехал он до камня на дороге и задумался. Направо ехать, коня потерять? Нет, куда мне без коня-то? Прямо ехать, женатым быть? Не затем я в путь дорогу выехал. Налево коня спасти. Эта дорога самая лучшая для меня. И поворотил он по той дороге, где коня спасти, себя потерять. И наезжает на избушку. Стоит избушка на курьей ножке об одном окошке. Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом. Как мне в тебя зайти, так и выйти. Избушка повернулась к лесу задом, к Ивану-царевичу передом. Зашел он в нее, а там сидит баба-яга. Шелковую кудель мечет, а нитки через грядки бросает. Фу-фу-фу, русского духу слыхом не слыхано, видом не видано.
а нынче русский дух сам пришел. Ах ты, баба-яга, костяная нога, не поймавши птицу теребишь, не узнавши молодца хулишь. Ты бы сейчас вскочила, да меня, добра молодца, дорожного человека накормила бы, напоила и для ночи постелю собрала. Я бы улегся, ты бы села к изголовью, стала бы спрашивать, а я бы стал сказывать, чей да откуда. Вот баба-яга это дело все справила, Ивана-царевича накормила, напоила и на постелю уложила. Потом села к изголовью. Чи-чи, дорожный человек! Откуда ты, добрый молодец? Какой ты земли, какого отца, матери, сын? Я, бабушка, из далекого царства, из далекого государства, царский сын Иван-царевич. Еду за 39 земель, за 39 озер в 30-е царство за живой водой и молодильными яблоками. Ну, дитя мое милое, далеко ж тебе ехать, живая вода и молодильные яблоки у сильной богатырки, у девицы синеглазки. Она мне родная племянница. Не знаю, получишь ли ты добро. А ты, бабушка, дай свою голову моим могутным плечам. Направь меня на ум разум. Ох, много молодцов приезжало, да немного вежливо говаривала. Возьми-ка, дитятка, моего коня. Мой конь будет бойчее. Довезет он тебя до моей средней сестры. Она тебе научит. Иван-царевич поутру встает ранехонько, умывается белешенько, благодарит бабу-ягу за ночлег и едет на ее коне. В минуту 200 верст скачет. Едет Иван-царевич близко ли далеко ли, день до ночи коротается, и завидел он впереди избушку на курьей ножке об одном окошке. Ну-ка, избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом. Как мне в тебя зайти, так и выйти. Избушка повернулась. Вдруг слышно, конь заржал. И конь под Иваном царевичем откликнулся. Кони-то были одностадные. Появилась баба-яга еще старее первой. Приехала ко мне, видно, сестрица в гости. Выйду-ка на крыльцо. Фу-фу, русскому духу слыхом не слыхано, видом не видано, а нынче русский дух сам пришел. Ах ты, бабушка-яга, костяная нога, встречай гостя по платью, провожай по уму. Ты бы моего коня убрала, меня бы, добра молодца, дорожного человека накормила, напоила и спать уложила. Баба-яга это дело все справила. Коня убрала, а Ивана-царевича накормила, напоила, на постелю уложила. А ты кто, добрый молодец, и откуда? Я бабушка из далекого царства. Из далекого государства, царский сын Иван-царевич. Еду за живой водой и молодильными яблоками к сильной богатырке, девице синеглазке. Ну, дитя милое, не знаю, получишь ли ты добро. Мудро тебе, мудро добраться до девицы синеглазки. А ты, бабушка, дай свою голову моим могутным плечам. Направь меня на ум разум. Ох, много молодцев приезжало, да немного вежливо говорила.
возьми, дитятка, моего коня, поезжай к моей старшей сестре. Она лучше меня научит, что делать. Вот Иван-царевич заночевал у этой старушки. Поутру встал ранёхонько, умывается белёшенько, благодарит бабу-ягу за ночлег и едет на её коне. А этот конь ещё бойчее прежнего. Не скоро дело делается, скоро сказка сказывается. Едет Иван-царевич день до вечера, красносолнышко до заката. Наезжает на избушку на курьей ножке об одном окошке. Избушка, избушка, обернись к лесу задом, ко мне передом. Повернулась, еще одна баба-яга, еще старее той. Вдруг конь заржал, и под Иван-царевичем конь откликнулся. Выходит на крыльцо баба-яга, поглядела конь ее сестры, а седок чужестранный, молодец прекрасный. Тут Иван-царевич вежливо ей поклонился и ночевать попросился. Баба-яга впустила, все дело справила, коня убрала, Ивана-царевича накормила, напоила. Теперь скажи, добрый молодец, откуда ты и куда путь держишь? Я, бабусенька, из далекого царства, далекого государства, царский сын Иван-царевич. Был у твоей младшей сестры. Она послала к средней, а средняя сестра послала к тебе. Дай свою голову моим могутным плечам. Направь меня на ум разум. Как мне добыть у девицы Синеглазки живой воды и молодильных яблок? Так и быть, помогу я тебе, Иван-царевич. Девица Синеглазка моя племянница. Сильная и могучая богатырка. Вокруг ее царства стена в 3 сажени высоты, сажень толщины. У ворот стража 30 богатырей. Тебя и в ворота не пустят. Надо тебе ехать в середину ночи. Ехать на моем добром коне. Доедешь до стены и бей коня по бокам плетью нехлёстанной. Конь через стену перескочит. Ты коня привяжи и иди в сад. Увидишь яблоню с молодильными яблоками, а под яблоней колодец. 3 яблока сорви, а больше не бери. И зачерпни из колодца живой воды кувшинец о 12 рылец. Девица Синеглазка будет спать. Ты в терем к ней не заходи, а садись на коня и бей его по крутым бокам. Он тебя через стену перенесет. Все понял? Все, бабусенька, спасибо тебе. Иван-царевич все сделал так, как советовала старушка. Сорвал 3 молодильных яблока с дерева, зачерпнул из колодца кувшинец живой воды, и захотелось ему самому увидеть сильную, могучую богатырку, девицу Синеглазку. Не стерпел Иван-царевич, поцеловал ее и вышел. Тут на стене струны запели, колокола кругом зазвонили. Проснулась девица Синеглазка. Вставайте! Вставайте! У нас покража большая! Оседлайте моего богатырского коня! Сейчас я вора догоню! Гонит Иван-царевич во всю прыть. Все равно догоню! Вот избушка старшей бабы-яги. Бабусенька! Мой конь устал. Ах, я
уже приготовила другого. Скачи, скачи! Ах ты, непослушный царевец! Спасибо, бабусенька! Иван за дверь, а девица Синеглазка в дверь. Бабушка, здесь зверь не прорыскивал ли? Нет, дитятка. Бабушка, здесь молодец не проезживал ли? Да нет, дитятка, а ты с пути дороги поешь молочка? Да поела бы, бабушка, да долго корову доить. Да что ты, дитятка, я живо справлюсь. Пошла баба-яга доить корову, доит не торопится. Поела девица Синеглазка молочка и опять погнала за Иваном-царевичем. Доезжает Иван-царевич до средней бабы-яги, коня сменил и опять погнал. Он за дверь, а Синеглазка в дверь. Бабушка, не прорыскивал ли зверь? Не проезжал ли тут добрый молодец? Нет, дичечка, а ты бы с пути дороги поела бы блинков. Да ты долго печь будешь. Да что ты, дичечка, живо справлюсь. Напекла баба-яга блинков, печет, не торопится. Девица Синеглазка поела и опять погналась за Иваном-царевичем. Он доезжает до младшей бабы-яги, садится на другого богатырского коня и скачет дальше. Иван за дверь, Синеглазка в дверь. Никто не проезжал сейчас, бабушка? Нет, дичечка, а ты бы в баньке попарилась с пути дороги-то. А ты быстро истопишь баньку-то? Да я быстро, я мигом. Попарилась Синеглазка и снова в погоне. Стала она настигать Ивана-царевича. Что ж ты, вор, без спроса из моего колодца пил, да колодец не прикрыл? Я этого не прощу. Ну что ж, давай силу пробовать. Боролись до вечера. У Ивана-царевича резва ножка подвернулась, упал он на сырую землю. Девица достала кинжалище булатный и хочет погубить Ивана. Не губи ты меня, девица Синеглазка. Лучше возьми за белые руки, подними со сырой земли, поцелуй в уста сахарные. Тут Синеглазка подняла Ивана-царевича и поцеловала в уста сахарные. Тут они обручились и перстнями обменялись. Ну-ка, я поеду домой. И ты поезжай домой, да смотри, никуда не сворачивай. Через 3 года жди меня в своем царстве. Разъехались они. Иван доехал до плиты камня у 3 дорог и задумался. Я еду домой, а братья мои пропадают без вести. Хорошо ли это? Придется мне, Синеглазка, не послушаться тебя, а свернуть в сторону. Увидел Иван-царевич терем, из которого вышла девица. Ах, Иван-царевич, я давно тебя поджидаю. Иди, откушай со мной хлеба соли, потом отдохнешь. Стала она Ивана почивать, а он не столько ест, сколько под стол кидает. Потом хотела девица уложить Ивана на кровать, а Иван живо повернул кровать, и девица упала в подполье, в яму. А кто там в яме? Мы, царевичи! И Фёдор! И Василий! Сейчас, я вас вытащу! Ой, спасибо, братик! Вот. Не ведал, что избавлюсь от плена. Ой, все, брат, да. Да, какие вы черные, худые. Худые. Ну-ка, умойтесь живой водой. Ой, братец, достал. А яблоки? Тоже есть. Умывайтесь. Ой. Вот теперь совсем другие. Да. Покараульте моего коня, а я спать лягу. Иван, заснул. Заснул. Василий, но. Василий,
вернемся мы без живой воды и молодильных яблок, будет нам мало чести. Ай, да, давай Ивана в пропасть спустим. О, давай, давай. А эти вещи возьмем и отцу в руки дадим. Так они и сделали. Упал Иван-царевич на самое взморье и видит только небо и вода. И под старым дубом птенцы пищат. Бьет их непогода. Иван снял кафтан и прикрыл их. А когда унялась непогода, прилетела большая птица Нагай. Узнала, что Иван спас птенцов и пообещала исполнить любое его желание. Желаю попасть домой. Птица Нагай донесла его до родной стороны. Пришел он в столицу и узнал, что Федор и Василий привезли живой воды и молодильных яблок. И стал царь здоровьем крепок и глазами зорок. Не пошел домой Иван, а стал бродяжничать. А богатырка Синеглазка в 30-м царстве родила ему 2 сыновей. Прошло 3 года. Синеглазка взяла сыновей, собрала войско и пошла искать Ивана-царевича. Пришла она к царю. Царь, отдай царевича, не отдашь, все царство потопчу, пожгу, тебя в полон возьму. Сейчас позову старшой. Иди сюда! Я отец. Это не он. Как не он? Не он. Василий, иди сюда. Вот. Ты что мне показываешь все не тех? Отдай моего царевича. А меньшой мой не вернулся. Найди его. Он отец вот этих мальчиков. Не найдете Ивана царевича, все царство потопчу. Федор. Василий, найдите брата. Прости нас, отец. Мы его бросили в пропасть. И отняли у него живую воду и молодильные яблоки. Изверги. Прости нас. И как же вы могли? А в это время к ним подходит сам Иван-царевич. А с ним его новые друзья, бродяги. Увидела его Синеглазка. Дети, возьмите этого человека за белые руки, ведите в шатер. Это ваш родной батюшка. На другой день начался пир на весь мир. Федору царевичу и Василию царевичу было мало чести. Прогнали их со двора. Иван-царевич не остался здесь, а уехал с Синеглазкой в ее девичье царство. Тут и сказки конец. А кто слушал, молодец. До свидания, ребята.